Активисты Одинцовского отделения «Единой России» помогли организовать два праздника двора в Звенигороде. Анимационные программы «Зимние забавы» прошли в микрорайоне Верхний Посад и на стадионе «Спартак». Об этом рассказал депутат окружного совета Владимир Виницкий. Парламентарий отметил, что в подготовке анимационной программы в микрорайоне Верхний Посад принял активное участие коллектив Савинского дома культуры.